Этот вид спорта называют самым мужским и самым русским. Первенство по гиревому спорту принимают в Федеральном детском центре «Смена». На соревнованиях более 400 спортсменов представляют 39 регионов России. Весь алфавит в географии участников – от Алтайского края до Ямало-Ненецкого автономного округа. Спортсменов, юношей и девушек, несмотря на тяжелый характер этого вида спорта, покоряется и дамам, приветствовал заместитель мэра Анапы Сергей Козлов. Мне бы хотелось сегодня искренне вас от имени главы муниципального образования город-курорт Анапа Сергея Павловича Сергеева поздравить с прибытием на нашу землю благодатную, анапскую, город-курорт Анапа, город воинской славы. И хотелось бы в этот знаменательный день, почему знаменательный, потому что мало того, что прибыли практически все команды со всех регионов нашей необъятной страны, 39 команд и около 400 участников. Знаменательное по количеству участников и потому, что накануне Олимпийских игр в Сочи. Олимпийского настроения и по-олимпийски высоких достижений пожелал спортсменам депутат Законодательного собрания края Николай Иванюшкин. Многие знают о том, что на последних летних Олимпийских играх Краснодарский край завоевал огромное количество медалей. Их количество превысило достижения Франции, Бельгии и других государств Европы вместе взятых. Я очень надеюсь, что и гиревики Краснодарского края тоже не отстанут и покажут замечательные результаты в первенстве России по гиревому виду спорта. Это спорт настоящих мужчин. Старт дан. Открытие первенства России состоялось. Соревнования пройдут до 5 февраля. Имена победителей станут известны уже завтра. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа регион.